Всем привет, ребят! Давно не было морских роликов. Вот у меня уже третья вахта морская. И хотел бы записать небольшое видео по расхождению. Вот сейчас мы идем в Ла-Манше. Подходим к Джобу-Трафику. Будет доклад скоро у капитана. Что у нас тут имеется, значит? Наблюдаем, значит, суда на радаре. Наблюдаем суда на электронной карте. Мне давно еще писали то, что почему ты для студентов много зацикливаешься, показываешь именно электронную карту. Сейчас объясню почему. Ну, во-первых, должны уже визуально в любом случае привыкать, потому что это будущее, ну, точнее уже настоящее. Пользуешься как и радаром, только это нужно делать как-то все вместе, постоянно переходя с одного на другое, потому что пользоваться чем-то одним и показывать вам что-то одно — это было бы неправильно. В каждом ролике я всегда на какой-то момент переключаюсь и на радар, где-то больше на электронке зацикливаюсь, где-то больше там, да? Поэтому, ну, смотрите внимательно, чтобы не писать вот эти комментарии, что я что-то объясняю неправильно. Вот, идем, значит, мы нашим курсом. Тут ситуация сейчас уже разрулилась. У нас вот большое судно, то ли контейнеровоз 300 метров. Сейчас расхождение 1,8 мили. Вот он ушел, видим, да, по его лоту. Правее сманеврировал. Ну, я, конечно, наблюдал его до этого маневра. Я знал, что он пойдет вправо, потому что, ну, влево ему нелогично уходить. Все-таки он вышел из системы. И если бы ему надо было на юг, да, он бы просто пересекал бы уже почти перпендикулярно нашему курсу. Ну, так как ему надо как-то идти примерно там градусов 230, ну, вот так вот он и идет. Сейчас подвернул на 250. Мы с ним расходимся хорошо. Вот. Впереди у нас было опасное судно «Елена». Потом оно не стало опасным. Сейчас оно опять опасное. Он остановился. У него скорость прыгает, то у него 0, то 1, видно, что-то с двигателем случилось. Сейчас 2,8 узла. Вот они чапают. Тоже грузовое судно, 159 метров. Я пока его не вызываю, я, конечно, уже сманеврировал правее. Вот. CPA вообще 0. На радаре мы также наблюдаем его. Вслед на стру. Судно видим, что, да, вот у него почти отсутствует, скорость отсутствует. Судно стоит фактически. Радар это дает нам понять. Танкер наш, вот он идет. Хорошо видно его направление. Как он будет проходить у нас. Ну, захватываем цель, да. Сейчас обсчитывает. Даже не на треугольнике нажал, не на АИС, а именно на саму цель. Многие просят, почему не захватываешь, не используешь захват цели. Это более точно. Для вас я это сделаю. Сейчас он обсчитает, пока ничего не выдает. И сравним информацию, которую дает с АИСом. Так, скорость у него упала. Ну все, в общем, какие-то у него там серьезные проблемы. Подъедем поближе, посмотрим. Вот, все, он обсчитал. CPA, видите, 9. Ну, прыгает CPA. Потому что судно стоит, его в разные стороны вертит. Вот. Мы его будем наблюдать до последнего, пока с ним не разойдемся. Я думаю, ребят, не будем ждать 29 минут. Я вам просто объясняю. У вас сейчас погода отличная, видимость, да, хорошая. Используйте все средства. Визуально смотрите, в бинокль наблюдайте вперед, что там с судном происходит. Также по электронке видим, да, что происходит. Также след рисуется в реальном времени. Очень хорошо все понятно. Ну и радар вам в помощь.
начнет движение, увидит, что след уже пошел. Будете смотреть. Ничего сложного нет совершенно. Самое главное, это, ребят, опыт. Опыт в вашей работе. Как говорится, отсутствие страха. Не полное его отсутствие, но в экстремальных ситуациях, когда нужно принимать решения, вы должны быть спокойными и рассудительными. Как-то так. Вкратце. В общем, ситуация больше тут, ну, развиваться-то особо никак не будет. Либо он сейчас все-таки заведется и начнет маневрировать. Ну, логично будет, если он пойдет правее. Ему здесь, в принципе, никто не мешает. И он также наблюдает, как и я его, что я подвернул вправо. Нужно быть полным идиотом, чтобы уходить влево мне навстречу. Судно это, ну, опасности никакой не представляет, если логически размышлять. Тем не менее, держаться от него нужно на безопасном расстоянии. Особенно, когда вы уже ближе подходите. Вот. Также здесь рыболовных судов много в этом районе. Нужно за ними смотреть. В системе, конечно, их почти отсутствует. Вот до этого я шел, расходился. Было темно, я уж не стал тут ничего снимать. Также. Ну, здесь рыбаки такие более правильные. Они как-то, ну, держат курс, держат, идет, не мешает. Даже подруливают туда, куда бы им, нам хотелось. То есть никаких претензий нет. Везде бы так было. Наверное, французы. Или англичане, не знаю. Те и другие, может, работают. Ну все, вот он у нас уже физически на траверзе. Расходимся мы с ним. Все, на этом ролик, ребят, заканчивается. Кстати, моему каналу уже больше 3 лет, и именно вот этой тематики тоже столько же. Она одна из первых, которая появилась, и никто ее еще в мире, в реальности, я так полагаю, не делает. Хотя, может быть, кто-то уже стал повторять, что делаю я, но я не советую заниматься такой ерундой. Потому что все-таки вам нужно нести вахту, а не записывать видео. Только если у вас есть хороший опыт. Понимаете, зачем вы это делаете, для чего. У меня было такое желание именно помочь начинающим штурманам, чтобы у них просто страх отсутствовал. Не весь, конечно, хотя бы поубавить страха перед тем, как вступать на мостик и именно начинать расходиться с другими судами. Это самая главная задача любого штурма. Вот. Кто-то писал, что он уже в должности, благодарил. Вот это очень, конечно, приятно, мотивирует 100%. Будем что-то записывать более интересное обязательно. Ставьте лайки, делайте репост. Всем пока.